Когда-то в деревне Шихово делали домры, гитары и балалайки. В 70-х годах на шиховской фабрике работало до 600 рабочих. Но в 2007 году производство закрылось. А вместе с ним, по словам местных жителей, исчезла и социальная инфраструктура. На месте фабрики появился жилой комплекс. Новое строительство только добавило проблем. Восстановите, пожалуйста, нам всю инфраструктуру. Вот у меня пожилые родители. Здесь куча пожилых людей живет. И нам говорят, что вас мало, вам ничего не положено. С Добродела приходит ответ, меня посылают в Ершово. Съездите, пожалуйста, в Ершово в аптеку. В Шихово нет не только аптеки. За медицинской помощью местным жителям также приходится ездить в соседние населенные пункты. На личном транспорте добираются без проблем. А вот на общественном доехать непросто. Автобусы вообще не ходили. Маску купить было негде. Таблетки негде. Скорая ехала по 4 часа. Почему мы не можем сбегать? 4 дня. 4 дня, да, 4 часа. Но это, вот. Почему мы не можем, почему мы лишены такой возможности сбегать, купить элементарно таблетку анальгина? Почему нас посылают в Ершово? Почему мы должны ехать за 9 километров в Звенигород? Открыть опорный пункт полиции, фельдшерско-акушерский пункт. Все просьбы местных жителей заносятся в протокол, чтобы в дальнейшем начать их проработку. Нужно найти место, земельный участок муниципальной собственности, где мы можем это строительство осуществить. Ну и попасть в программу по самим ФАПам. Она работает, как я уже сказал, в Подмосковье. Мы туда заявку обязательно сформируем, потому что буквально там месяц назад я бился за ФАП в Каренском и Саинской Слободе. Нам подтвердили в этом году строительство. Проблемы с парковкой, отсутствие освещения, ограждение детской площадки и спортивного комплекса, неубранный снег на тротуаре и дороге. Для оперативного информирования местных жителей о проделанной чиновниками работе создадут чат. Я все увидел, все понял. Мы сейчас составим перечень того, чем будем заниматься. Вам скинем информацию в чат по срокам и по каким-то нашим первым там прорывным историям. А что возьмем на более серьезную проработку? Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».